Привет, привет, мои славные! Сегодня мы с вами продолжаем читать на английском языке. Ну и для начала мы вспомним те слова, которые нам уже знакомы, которые мы знаем. Но давайте их еще раз и еще раз повторим. Как говорится, повторение – мать учения. Так, oh, look, look at the picture. What is it? It's a hand. Ну-ка мы запишем сюда. H-A-N-D. Hand. Ой, не сюда. Там сейчас большую буковку уберем вот так. Hand, hand. Так, называем следующее слово. Все помнят? Я надеюсь, что все. Записываем сюда. Bad. 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 Наше мягкое, удобное местечко для чудесных снов. Bad. Этого мальчика вы должны помнить, да, когда он подпрыгивает и говорит I can everything. И мы также должны сказать очень важное слово. Я могу все, и мы действительно все с вами можем. И запомним волшебное слово can. Uh-huh. It's very easy. R-E-D. Red. Do you remember that word? Red. Oh, interesting. Cap. Cap. Right? Cap. Cap. Yes. И наша любимая закорючка союз и. Например, Аделия и... Аделия и Илона. Или, например, мама и папа. Сестренка и братик. Ручка и карандаш. Солнце и звезды. Вот она, смотрите, как обозначается интересно. Такая закорючка. И мы вспоминаем, как же мы ее произносим. Ага. And. 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, 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 ten. Ten. Ой, что-то у меня тут с масштабом. Сейчас я немножко уменьшу. Так. Hen. Hen. Помним, да, такое словечко? Hen. Ой, неправильно пишу. Hen. H-E-N. Hen. And last one. Вспоминаем, чем же мы пишем. Ну-ка вспомним. P-E-N. Читаем все вместе. Pen. Pen. Правильно, молодцы. Ну а сейчас мы идем играть с вами, мы идем смотреть видео. Там у меня книжка, и там я прячу. Ну, в общем, быстрее смотрите видео, и вы сами все узнаете, что же там будет интересного. И скорее возвращайтесь ко мне. Я вас жду. Ну, а сейчас вот у меня есть такая книжка, а под книжкой я спрятала карточку. И вот отгадайте, что это за карточка. Я отгадывай. Hand. Hand, right, hand. Смотри теперь следующее слово. Готова, Адель? Смотри, смотри. Что там сейчас будет? What is it? Ten, right, ten. Следующее слово, смотри, Адель. Cap. Откуда ты знаешь, что отгадаешь? Cap, yes, right. Следующее, смотри. Потихонечку. Bat. Bat, okay. And. 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 And, ну все ты знаешь. Ну, это ты точно не отгадаешь. Давай. Смотри. Cat. Cat, right. A cap. Cap? No. Ой, ура, ура, ошиблась. Hat, hat. Да не, я знаю. Hat. Я hat, hat. Еще одно слово, я готова. Смотри. Кэп. Ой, курица. English. Как? Bat. English. Bat. Hen. Hen. Hen, hen, yes.
Следующее слово. Pen, pen. Yes. Давай отгадывать слово. Смотри сюда. Crab. 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 Yes. Я уверена, что вы все угадали. Молодцы, что посмотрели. Хвалю. А вас обнимаю и глажу вот так. Good job, good job. Ну а сейчас давайте вместе с вами разгадаем ребусы. Смотрите, у нас есть только картинки, а нам нужно записать слова. Угу. Кто же у нас такая? Ну-ка вспоминаем. Hen and pen. Hen and pen. Вы можете, кстати, записывать вместе со мной. Или потом записать, например, просмотрите и записать, если есть желание. Hen and pen. Так, отлично, отгадали ребус. Следующий ребус. Что ж такое у нас здесь? Угу. Bed. Bed, right? Закорючка. And cap. Yeah. Bed, bed, and cap. Cap. Вот такой у нас ребус, и мы его отгадали. Следующий. Угу. Hat. Hat and red, как стишок. Hat and red. Hat and red. Да, как стишок. Ну-ка, мы сюда возьмем. Hat напишем. H-at. And red. And hat and red. Интересно, великовата она будет для мышки? Наверное, великовата, да? То можно было бы сказать red in the hat. Окей. Ой, ну это легко, да, у нас. Crab, crab and bat, да? Помним, отгадали мы с вами. Crab and bat. Crab and bat, отгадали. Ух ты, а здесь сколько много. Ну-ка, интересно, давайте отгадаем. Вспоминаем. Red crab. Red crab. Red crab. Он действительно красный, представляете? Red crab, он и правда красный у нас, да? Red crab and red hen. No, it's orange. Может, ее покрасят? Не знаете? И будет тогда у нас red hen, red hen. Ну, давайте запишем. Red, red crab, crab. Red crab, and and red, red, h, e, n. Все, отгадали с вами. Умнички, молодцы. Ну, следующее задание. Следующее задание у нас будет такое. Поменяй одну букву в слове, чтобы получилось новое слово. Давайте посмотрим, что у нас такое за слово. Прочитаем-ка его. Х, э, т, хэт. Да, можно поменять. Например, в серединке давайте попробуем. H-et, hat, hat. Знаем мы такое слово? Я не помню. Значит, вернем обратно. Hat. Например, если мы поменяем вот эту вот букву и сюда поставим B, bat. Помните такое слово? Нашу летучую мышку, да? Ну, конечно же, мы помним. Отлично, здесь поменяли одну букву. Здесь давайте прочитаем. R-e-d, r. Эд. Так, давайте, вон, например, вот здесь вот мы поменяем букву. Получится р, эт, рет, рет. Знаем такое слово? По-моему, не знаем слово. Вернем обратно. А если вот, например, мы первую буковку поменяем р, например, на б. Ух ты, мы знаем это слово бэд, бэд, да, куда мы с вами вечером идем спать, да, куда мы ложимся. Читаем это слово. Т-э-н, тен, тен. Можно поменять, например, ту же первую букву поменяем, да? И будет у нас тен превращается в хэн, да? Вот наша курочка, хэн. Отлично, молодцы. Сейчас мы идем смотреть второе видео. Интересная игра там будет. Там нужно будет... Опять же, идите и посмотрите, что там нужно будет. И возвращайтесь ко мне. Жду.
Правила игры такие. Здесь есть карточки, картинки и также карточки слова. Ты должна составить картинку и слово. Например, тебе покажу такой пример. Угу. Открываем картинку. Ага. Bet. Теперь находим слово. Подходит? Подходит? Читай. Cat. Не подходит, да? Не подходит. Давай найдем. Bet. Bet. Подходит? Подходит. Подходит, значит, оставляем открытыми. Дальше. Открой еще какую-нибудь картинку, либо слово, любые. Какие хочешь. Нет. Открывай. О. Так, называй. Называй. Вот. Hat. Yes, hat. Так, теперь попробуй открыть слово. Подходящее. Ну-ка. Открывай, смелее. Так, читай. Can. Подходит? Нет. Нет, не подходит. Значит, мы закрываем. Дальше еще ищи. And. And. Тоже не подходит, да? Нам нужно найти слово hat. Ищи еще. Давай, давай, открывай. Смелее. Читай. Hen. Hen. Подходит? Нет. Не подходит. Закрываем. Так, ищем еще. Нет. Открывай смелее. Ой, нет, не то. Давай эту. Читай. And. And. Не подходит, закрываем. Дальше ищи. Дальше ищи. Может, это? Нет, нет, это просто пустая. Дальше ищи. Еще ищи, который не открывал. Так, читай. Set. Как? Set. Cat. А, cat. Cat. Не подходит. Дальше. Hat. Hat. Подходит? Подходит. Подходит. Оставляем. Дальше открываем картинку еще. Какую картинку открыть? Ну-ка. Ага, называй. Ten. Так, ищи слово теперь. Ten. Ну, давай. Читай. Hen. Не подходит, закрывай. Нам нужен ten. Cat. Cat. Не подходит, закрывай. Ой. Угу. Читай. Читай. Anna. Да. Anna. And. Не подходит. Ага. Читай. Anna. Читай. Первую букву. Ten. 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 Подходит? Подходит. Подходит. Дальше открывай картинку. Картинку. Ну или слово, можешь слово открыть. Открывай. And. Это у нас такой значок and. Ага. And. Так, где же слово? Слово не знаю. Ищи. And. Читай. Hen. Не подходит. Не подходит. Дальше. Cat. Не подходит. Не подходит. Cat. Это картинка, да, у нас? Дальше. Да. Угу. Клади. And. Подходит, да, подходит. Вот этот значок и это слово. And. Ага, and. Дальше. Дальше. Картинку открывай. Можешь картинку открывать. Ага. Называй. Cat. Cat. Слово теперь ищи. Ну, уже помнишь, да? Да. Cat. Вот cat. Мы с картинкой слово подошли. Так. А теперь я знаю. И теперь открываю, да, картинку. Hen. 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 Да. Можно убрать отсюда вот нашу такую чик. И будет hen. 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 Так. Ну все, что открыл. Открыла. Молодец. Играем дальше. Открывай картинку. Давай это. Да.
Так, называй. Называй. Как-то. Pen. Pen. Так, ищем слово. Открывай. Смелее. Читай. Клади это. Читай. Hand. 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 Не подходит, hand. Да? Дальше. Слово, слово, это картинка у нас. Слово. Открывай слово. Читай. Red. Так, какая буква? Ой, не помню. П. Pen. 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 Подходит, да, подходит. Открывай дальше. Ой. Можешь слово открыть? Как хочешь. Картинка. Так, называй. Cap. Cap. Так. Ой. Теперь слово. Клади. Читай. Red. Red. Подходит? Red. Нет. Не подходит. Закрывай. Угу. Клади. Cap. Cap. Подходит. Подходит. Значит, оставляем открытыми. Cap. Дальше открывай. Cap. Называй. Называй сначала. Называй. Hand. 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 Так, ищи слово. Читай. Red. Red. Не подходит. Так. Ищи. Ага, читай. Hand. 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 Подходит. Так, ну еще у нас последняя картинка. Ой, ой. Ну, можешь слово, как хочешь. Угу. Открывай. Называй. Red. Red. Подходит. Подходит. Red. Молодец. Видишь, все у нас открылось, все сошлось. Вот и все. Почти все на этом. И сейчас я вам озвучу ваше домашнее задание. Первое домашнее задание. Нужно будет вставить пропущенную гласную в словах. У нас, мы знаем с вами только две гласные. И а гласное что такое гласное? Это долгий звук. Например, если согласное, например, мы не можем так ее тянуть, да? А гласную мы можем и потянуть. Смотрите, сколько хочешь вообще или это, сколько хочешь можем тянуть. Вот чем отличается гласная буква от всех остальных. И вот мы какую-то из них или мы должны сюда вставить, чтобы получилось наше знакомое слово. Я жду от вас фото этого задания. Следующее задание, номер 2. Зовете маму или папу, или бабушку, или дедушку, ну, лучше маму и папу, и играете с ними в крестики-нолики. Чтобы получить ход, и вы могли зачеркнуть, например, да, с ноликом или крестиком, вы должны назвать слово. Вот вы хотите сюда поставить крестик, и вы называете слово «hen». Правильно, мама там проверяет по словарику, все правильно. И тогда ставите свой крестик сюда, например, или нолик, да. Значит, пока вы слово не назовете, хода у вас нет. А если ошиблись, значит, ходит мама. Так, крестики-нолики. Ну, а здесь мы дадим маме отыграться. Здесь вам нужно прочитать слово, чтобы сделать ход. Все то же самое, только нужно прочитать. Это было задание номер 2. Жду от вас фото с мамой, селфи. В то время, когда вы играете в крестики-нолики, жду селфи с мамой. Так, отлично. Задание номер 3. Задание номер 3. Прочитать, собственно, для чего мы здесь все собрались. Почитать. И поэтому задание номер 3 – это прочитать и перевести. Но здесь очень-очень много всяких слов, и поэтому все снимать не надо. Вот вы прочитаете половинку и пришлите мне видео, а остальную половинку сами отгадайте. А тут достаточно интересно, тут уже получается такое словосочетание даже. Не просто отдельное слово, а даже словосочетание. Вот прочитайте и переведите. Ну что, мои хорошие, на этом все. Я жду от вас домашнее задание. Я знаю, что у вас все получается. Я каждый раз смотрю, как вы это все делаете. И у меня сердце радуется. Я так хочу вас всех обнять и порадоваться вместе с вами. Молодцы. Продолжаем дальше. Я жду от вас задание. И жду следующего занятия. Бай-бай.